Второй год пандемии, но все еще изучаем ее на ощупь. Прошлым летом нам говорили, потеплеет, и вирус уйдет, и действительно стало лучше. Этим летом все ровно наоборот. Коронавирус ближе обычного и разнообразнее. Уже привычный уханьский штамм на Алтае разбавляет британский и индийский. Правда, по словам алтайских медиков, протекают они одинаково. В понедельник в Минздраве собрали пресс-конференцию, где главной мыслью было «вакцинируйтесь». Спутник, он и поступал в наиболее большом количестве. Да, до 90% всей поступившей вакцины – это спутник ВИ. Просто мы имеем уже опыт работы с ней. Почему мы ее активно рекламируем? Потому что мы с ней достаточно давно уже работаем и имеем опыт определенный. И та статистика, которую я вам приводила, да, и отсутствие поствакцинальных осложнений. С начала июня в крае скачок числа заболевших на 20%. Только за последнюю неделю на Алтае показательный и стабильный рост. С 83 инфицированных до 142. Еще одно отличие от всего того, что мы уже видели – омоложение пациентов. Теперь основной массе заболевающих от 18 до 40. Главный – работоспособный возраст. Поэтому, по примеру Москвы, регионы вводят обязательную вакцинацию 60% работников самых контактных сфер. Чтобы вы понимали, гарантировать этот показатель должны ни медики, ни Роспотребнадзор, ни власти, а работодатели. За невыполнение им может грозить штраф. Одну эту меру рассматривают с экономической для бизнеса стороны, другие – с медицинской. Последние одобряют. Если это будет на законодательном уровне, что не допускать до работы непривитых, как без документа, согласитесь, если не будет водительского удостоверения, он же не сядет за руль, правильно? Это же нормальная, как бы, рабочая атмосфера, поэтому я считаю, что все нормально будет, если так будет. Но на Алтае такого пока нет. А вот что обновили. Мероприятия с числом участников больше 1000 запрещены. Правда, День поля в регионе прошел, наверное, потому что на улице. В кинотеатрах, цирках, на концертах, стадионах вернули 50% заполняемость. Продолжает действовать масочный режим в транспорте, на кассе магазинов. Вновь отходить друг от друга на 1,5 метра и обрабатывайте руки. Но главное, вакцинируйтесь. На этой неделе только об этом и говорят. В новостях, передачах, даже в соцсетях общаются с молодежью на языке мемов. Вроде и смешно, и ненавязчивый повод подумать. Что именно сыграло роль, непонятно. Медики отмечают повышенный спрос на вакцинирование. Что последнее? Я вот переболела, просто не хочу второй раз болеть такой. Тяжело болели? Да. Но у меня есть гипертония. Осознаете риски, но все равно это нужно сделать? Ну, я думаю, что да, потому что если даже будет инфекция какая-то и заболеешь, может быть, это более облегченно будет проходить болезнь. Штурмуют мобильные пункты, а их в Барнауле всего 2. В очереди стоят по часу и могут уйти ни с чем. А тем, кто хочет записаться в поликлинику на определенное время, на завтра, послезавтра, придется огорчиться. А на какой ближайший день можно записаться на вакцину от коронавируса? На 8. На 8 июля? Да. На 6 июля ближайшая запись. Билет в Питер взял на самолет. Сказали, не выпустят, пока не привьешься. И, как мне кажется, именно этот фактор отпуска и может сильно замотивировать молодую и мобильную категорию россиян поставить вакцину. Самолет без вакцины еще пускают, но, например, поесть в московском кафе без прививки уже нельзя. А ведь лето только началось. Наш бывший коллега живет в Израиле, и, по его словам, вопрос передвижения для их страны стал решающим. Самое главное – по возвращению из-за границы вакцинированные, в отличие от невакцинированных, не должны были 10 дней сидеть в карантине. Люди, имеющие хлеб, но изголодавшиеся по зрелищам, толпами ринулись на прививочные пункты. По итогу из 9 миллионов жителей в Израиле буквально за пару месяцев привились 5,5 миллионов, то есть 85% взрослого населения страны. А вот в России уже несколько дней израильтянам запрещен въезд под угрозой крупного штрафа, потому что страна ковид опасна. Официальная статистика – привита почти 14% россиян. Вопрос туризма сейчас особенно актуален. На фоне роста заболевающих 22 июня для нас открыли Турцию. И в то же время говорят о возможном закрытии российского юга. Но уже точно Краснодарский край с 1 августа принимает только привитых. Определенное неверие и недоверие к вакцине, оно является в какой-то степени производной от неверия и недоверия в целом властям, традиционной медицине, которая зачастую, значит, там, совершает различные
ошибки, хотя, конечно, врачи там героически на переднем плане борьбы находятся. Принудительная вакцинация не выход, потому что вполне возможно, какие-то схемы будут придуманы. Кстати, они уже есть. Липовые сертификаты о вакцинации предлагают и на Алтае за 1500 рублей. Таким обманом заниматься не стоит, ведь так вы можете стать реальной причиной болезни или даже смерти другого человека. Вакцинация – дело добровольное, и надо взвесить все за и против, обсудить с врачом свои хронические болезни и принять решение. А тем временем на Алтае ковидные госпитали вновь готовы оперативно открыть. Новоалтайский так уже заработал.